Их задержали в Казани. Сопротивление оказать они не успели. Все началось с заявления пожилой жительницы Красноярска. Обманули ее проверенным способом. Ей позвонил неизвестный, представился полицейским, сообщил о ДТП, виновником которого стал ее внук. Чтобы его не привлекать к ответственности, попросил 170 тысяч рублей. Испугавшись за жизнь близкого человека, потерпевшая собрала все сбережения и перевела их злоумышленнику. Только после этого пенсионерка созвонилась с внуком и убедилась, что с ним все в порядке. Она тут же обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело. И вскоре стало понятно, что звонили пенсионерки из Татарстана. Отсчет времени до задержания подозреваемых пошел на часы. Одному из них 35 лет, другому 26. Поработали таксистом, частным извозом, занимаюсь официально, не трудоустроен. Родился в городе Нижневартовске, прожил там до 20 года. С 2021 года живу в Казани. Они приехали в Татарстан на заработки. И, как выяснили полицейские, заработали неплохо. Установлено, что они причастны еще к 31 афере и обманули людей в общей сложности больше, чем на 5 миллионов рублей. Наталья Мезина, вызов 112.